обзор был. Убил. Так, а в поле ходил бот, походу. Да, бот. Пистолетчик 25-й. Да, пойдем тех поищем. Сейчас чекну поле дикие гряды. У меня кто-то работает? Ну? По да. мне. По мне, с поля, с гряды. Или с дороги снова. Я оттягиваюсь на МЧС. Ага. Ты где был, что они тебя увидели? Одинокий камень выход с тропы. Ой, блядь, ко мне тоже летит. Блядь. Он на новой тропе сидит, походу. Где камень, за который обычно все садятся, когда выходят с этой тропы. Я понял. Меня убьют сейчас. Их я не могу пока. Били меня. Где? Я к машине спускался. Он где-то на тропе, наверху. Где-то посмотрел, где он там был. В упоре тебя убивал уже? Не-не-не, с тропы наверху. Что за патрон? БПшка 72-39. СКС-ка там, значит. Че, СВДшник, блин? Никнейм как? Не Тестикула? Как-то так, да. Так, сейчас тебя найду. Смотрим никнейм. Я к машине бежал. Да, вон. Вдруг у него пришел. Вон он, сука! Бля, бот! Делаешь, заспавнился у меня перед глазами, начал по мне стрелять. Граната? Кто-то еще есть? Вы че, ребята, да? Ты на какие серваки меня привел? А!
Блять. Хера себе. Ты как ты так сделал, чел? Интересно. Ты видишь еще вот этот теплак, то сейчас хера не видно в нем. Не, нормально, мега странные типы, блин. Ты меня нашел? Да, конечно. Беги, родной. Ох. Вот он сидит. Мышара, блин. Готов. Блин, надеюсь, ты последний чел, блядь. Кто-то перебежал на повалину. Я перебежал к сюда. Отсюда. Я уплотнул. Бегает за суицидом у меня кто-то. Убил. ЧВК. Есть глушеная? По-моему, у него АКМ или типа того. Не глушеный. А не ты по нему стрелял? Нет. Кто-то по нему стрелял, когда он ко мне бежал. Наскрыл под новую, да, был? Под новую территорию, под платник. Платник я. Есть новая. За свет.
Где примерно? Центр где-то, подъем. Готов. Угу. Осматривал тебя. Убили меня. Откуда? Где-то прям шаг, я слышал, рядом, по-моему, нет? Я не знаю, ты где был? Я у платника, между платником и суицидом. У меня тепло. Слушай, бегает. Между платником и суицидом, да? Убил. Приезд. Как? Приезд. Да. Прист. Или прист. Так, а ты убивал где на новой локе? От твоего трупа. Холл. Без камней, просто чистый холл. Вот у нас наверх смотри. Ну, чуть-чуть как-то по диагонали возьми в сторону суицида от моего трупа. Сейчас первый меня проследил. Ваншотнул причем. А, нет, два. Почему два? Не знаю пока. Сейчас я просматриваю холм. Бля, вот он живой. Одного-то ты убил, тут второй. Хорошо, я не пошел сразу тебя кидать. Нифига, что ты отлично. Риперы по 300 тысяч стоят. В смысле? Ну, теплаки риперы по 300 тысяч. Но. Я в чем-то. Да, я смотрел тогда. Так я тебя поэтому и спросил, почему-то с этим теплом. Потому что мы с Мэттом их смотрели пару недель назад. Они дешевые были, супер. Я не знаю, я чекнул, там было 700 чем-то. Мы еще удивились, типа, почему люди никто с теплаками не ходит в таком случае. Так, а это тут кто валяется? А, вот ты, ёптать, все, он вообще даже не тебя лутал, оказывается. Они еще кого-то убили? А вроде никого. Вот ты вот того типа определи, которого я убил. Да-да-да. После которого ты убил. Я же убил одного, на склоне. А, вот, я его вижу, да. Довольно-таки неплохо. Так-то да. Просто теплак-то много режет, и если поставить еще на более какие-то другие, то тоже урежет. Если имеешь сырье, ты мог поставить получше. Ты мог поставить получше ручку.
последний тоже был ЧВК. Я сейчас, идя на выход, ну, увидел засвет в кустах, пострелял, убил, это был ЧВК. Тоже на выходе сидел где-то? Ну, рядом там, у палатки. Не-не-не, вышел МК. Еще кто-то бежит. Тихо. На ко мне. Да-да-да, у тебя прям упор. Два, в упоре. Один минус еще есть. Не вижу второго. Ниже был. Ты ниже-то, право-лево? Правее, по-моему. Да, скидывает пушку вот справа где-то, вот тут. Блять, убил крыса. А вот он по кому стрелял. Фу, капец. Тихо. Yeah. Еще есть. Со стороны деревни. Ранил его. Не вижу. Граната? Я тоже не вижу. Дал ему гранату. Возможно, он сдох, дал еще гранату. Да, мертвый. Ехить! Ты ему закинул? Да, я убил его там по седьмой. Калаш. Да, мы еще каску один. Одел. Угу. Надо этих обратно. Это что? По кому? Пистолет по кому-то впереди. У нас все карты здесь, получается. Ты бегаешь у меня? Да. Куда не уходи, левее, правее. Один в нычке в этой, один левее вдоль скалы шел. Блять, кто? Ёбаный снайпер. Я этого убил. Остался вдоль скал. С синей сумкой он должен быть. Он под нами, да, просто где-то шел? Да. Так, я спустился вниз. Там гранатку. Может быть, пугнется, побежит. Ты бегаешь сверху? Да. Блин, тебя слышу или его слышал? Я стою сейчас. Вот он крадется. Готов? Все. Ага. Надо тех дальних ловить. Пошли ловить, этих потом просто подберем скорее. Давай. Повернемся. Убили меня. Они? Да, скорее всего. Они также украсть где-то. Я не видел никого там где-то в кустах. ПС-ка мне 545 прислал. Я на кнопке так. Тихо. Было, да, ты уверен? Ну, я видел там двоих. Сейчас не знаю. Я его убил.
куда-то подбежал, забежал за камень, я захожу за камень, его там нет. Все, и ноль звуков, я не знаю, где он. Сколько у тебя убито было в итоге? Трое или четверо? У меня два. А, двое было. Ты ж там двоих стрелял. Ой, без звезды я вообще глаза плывут. Охренеть. А у нас, по-моему, чел лежит на суициде, слышишь? Чего? Блять, я не пойму, что это. Где хоть, справа, слева? Левый верх камня. Это камень так отображается. Нет, нет, это чел сидит. Убил. Нормально. Но он только подошел, где его там не было. Ну не знаю, он сидит очень так хитро, мы его даже могли не увидеть. А, ну, это... Снайпер наверху. Там еще один американский снайпер лежал. Вижу, с лобаевкой. Да-да, я убивал. Я думал, мне показалось. Значит, давай с него будем начать. Бежит к нам через дорогу! Поле? Да. Белая сумка, большая. Да, блин. Не вижу его. Еще грена прокидывает. Где-то он на длине броска гранаты, короче, сидит. Да, вижу. Вот чуть проверить того места, где был. Сейчас второй, ё-моё, бля. Одел белую каску. Вроде нет, 350 секунд. Бир. Русский челик какой-то тут. Русский снайпер. ЧВК. Бил. По мне стрелял. Еще... Блять! И сегодня сделал я минус. Нашел я этих двоих. Они подъем на антенну, короче, сидели. Первый раз, потому что не знаете, что люди сидят до конца. Не, ладно, сидят до конца. Зачем за снайперкой в конце лезть на скалу-то? Ну, я сегодня новую фишку узнал на берегу. Челики садятся. Друг передо мной лежит. Да тут боты валяются, мертвые. Люди садятся и контролят дверь в богатые задние. Пуста. Качевка лежит, не бот. Оба там? Во мне! Убил меня! Сука, бля, где он в кустах! Сидит? Тихо, тихо, в кустах! На холме, походу. Только что мы говорили про вот этих типов, которые сидят в конце катки, блять. И нихуя не делают, пожалуйста. 39-й Гаркс. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.